Меня зовут Варвара Огнева, и сегодня я выступала на зимнем кубке молодежи. Маршрут очень был сложный, но мы с моим конем Либреттосом справились на ура. Маршрут был достаточно очень резвый, и мне тренер рассказал, где подвернуть, где как ехать, и мы выиграли. Мне это нравится, то, что меня еще никто не догнал, значит, мне есть еще к чему стремиться, еще чтобы быстрее было. Я тренируюсь с Евгением Терентьевым, он сегодня тоже будет выступать, и я за него очень болею. Я хотела вообще почти на всех здесь участвовать в соревнованиях, мне очень нравится этот клуб, и я хочу как можно больше выступать здесь.